сейчас начнем нашу лекцию с небольших таких лабораторных опытов. Ну вот кто-то уже принес свои пробы. Значит, наша задача сейчас будет померить электропроводность или минерализацию и величину pH в разных пробах. Поэтому сейчас мы, наверное, сделаем таким образом. Один человек мне поможет на компьютере записывать результаты. Сейчас я открою. Давайте кто-нибудь сюда. Давай. Так, значит, мне сегодня помогает Василий Антонович Ефимов, наш аспирант. Он поможет с измерениями pH. Ну, электропроводность здесь тоже все очень просто. Давайте посмотрим на эту таблицу. Значит, смотрите, водопроводная вода у нас в основном порядка 300-400 миллиграмм на литр. Это вполне как бы обычная ситуация. И вода, которая продается в бутылках, на Шишкин лес, например, Сенежская, она имеет примерно такую же минерализацию, 300-400. Значит, pH у всех близко к нейтральному, чуть больше 7. И, в принципе, как бы это тоже ситуация вполне нормальная. Ну, кока-кола и чай фруктовый, то есть лимонный чай, значит, они имеют повышенную минерализацию и очень низкие значения pH. Ну, понятно, что изготавливается с определенными добавками. Так, и что еще? Ну, у нас нам повезло. Была проба из Черного моря. Вы видите, что минерализация, ну, совершенно другой порядок. И значение pH тоже приближается в сторону основных значений, но все равно как бы даже не превышает 8. Но эта проба у нас очень сильно выбивается из всех пресных проб. Ну вот здесь еще есть ручей с маленькой минерализацией 109. Значит, очевидно, этот ручей дренирует не очень глубокие подземные воды, очевидно, почвенные и поверхностные воды, то есть те, которые образовались за счет осадков, они дали такую небольшую минерализацию. То есть в питании в основном здесь дождевая вода. Ну вот, а у родников, соответственно, минерализация, вы видите, значительно увеличивается до 600 миллиграмм на литр. Это тоже достаточно типичное значение для подземных вод. Какими являются родники, они берут начало из разрезов, вытекающих из этих подземных вод. Так что вот такие у нас получились результаты. Ну, довольно интересные. Так что все. Так, Вася, что-нибудь скажешь? Угу. Хорошо. Все. Спасибо большое. Ладно. Спасибо. Так, ну мы переходим дальше. Значит, к сегодняшней нашей теме. Она будет называться «Физические основы процесса в гидросфере». Здесь пойдет речь о разных законах, которые используются при описании динамики природных вод. Весьма важных. Что-то вы знаете из курса школы, а что-то будет, наверное, в первый раз. Значит, основные физические законы, собственно, свойственны любым природным объектам. Это закон сохранения вещества, закон сохранения энергии, закон сохранения количества движения. Соответственно, в том или ином виде они будут использоваться при описании различных водных объектов. Закон сохранения вещества, энергии и количества движения. Значит, если говорить о законе сохранения вещества, то вообще говоря, этот закон справедлив для закрытых физических систем. Ну, так как у нас природные объекты такими не являются, потому что идет постоянный энергообмен и обмен массы с окружающей средой, то, соответственно, для открытых таких природных систем, которыми являются водные объекты, закон сохранения вещества определяет равновесие между приходными и расходными составляющими и изменением массы в пределах этого объекта. То есть природные водные объекты являются открытыми
физическими системами, и для таких систем справедливо соотношение между приходными, расходными составляющими и изменением массы в пределах этого водного объекта. Это относится не только к воде, но и к находящимся в ней наносам, скажем, растворенным веществам, солям, газам и другим веществам. То есть этот закон мы можем записывать для любого объекта и для любой составляющей, не только водной, но и всякой другой. Итак, для любого новообъекта мы записываем уравнение баланса вещества, то есть соотношение между приходными и расходными составляющими, а также изменение массы. Этот закон справедлив для уже открытой системы. Ну вот здесь отличие закрытых и открытых систем, они связаны с тем, что закрытые не имеют массы энергообмена с окружающей средой, а открытые системы, какими являются наши водные объекты, как я сказала, могут обмениваться веществом и энергией с окружающей средой. Значит, закрытые и открытые системы. Значит, уравнение баланса вещества, как я тоже уже отметила, оно записывается не только для воды, но для любой субстанции, которая находится внутри этой водной толщи. Поэтому мы записываем уравнение баланса для наносов, для химических веществ и для биологических субстанций. Ну а также записываем уравнение баланса теплоты. Значит, я сейчас поясню вот этот рисунок, а мы им будем пользоваться довольно часто для любого водного объекта. Значит, я условно наш водный объект изображаю в виде такого кубика. Значит, здесь у нас в качестве М1 это поток вещества, который приходит внутрь этого водного объекта, М1. Значит, соответственно, М2 это поток выходящего вещества, мы его обозначаем М2. Таким образом, разность между М2 и М1 составляет разность между приходными и расходными составляющими, между приходом и расходом. Обозначим их как ДМ. Значит, эту разность будем считать как М2 минус М1. Соответственно, наш водный объект имеет в начальный момент времени массу М1, в конечный момент времени массу М2. Так вот, изменение этих потоков вещества, приходной части и расходной части, она, соответственно, будет равна минус изменение массы. Значит, dm маленькое, это есть М2 минус М1. Соответственно, если у нас приходит больше, чем уходит, значит, приходит больше, чем уходит, соответственно, эта величина будет какая? Отрицательная. Но эта ситуация будет соответствовать тому, что масса водного объекта будет увеличиваться. Значит, в случае, если разность прихода и расхода будет отрицательной, это будет соответствовать тому условию, что масса будет увеличиваться, то есть знак будет обратный. Поэтому разность между двумя потоками приходных составляющих и расходных, она будет равна изменению массы, взятой со знаком минус. Ну, собственно говоря, здесь перед вами простейшее уравнение баланса вещества для любого водного объекта. В качестве М1 и М2 могут быть самые разные потоки воды, наносов, растворенных веществ, а под буковкой М маленькая понимает изменение массы или количество вещества в данной рассматриваемой системе. Ну и здесь написано о том, что в случае, если разность приходящего и выходящих потоков dm большое больше нуля, масса уменьшается. Ну и в обратном случае, если dm меньше нуля, масса увеличивается. Значит, это универсальное уравнение баланса вещества для любого водного объекта. Если у нас приход и расход равны, то что с массой происходит? Да ничего, изменение массы будет равно нулю. Значит, вот перед вами такое совсем записанное в общем виде уравнение баланса вещества. Мы будем расписывать это уравнение для самых разных случаев. Ну и вот перед вами первый такой случай, который связан с изменением баланса объемов и изменением уровня воды. Значит, пусть у нас
изменений, скажем, внутри водного объекта, в качестве которого мы будем рассматривать озеро, ну, выраженное в виде такой цилиндрической формы для удобства. Значит, здесь у нас будет сумма приходных составляющих М1, здесь будет сумма расходных составляющих М2. Значит, тогда у нас получается М2 минус М1 равняется минус изменение массы. Значит, чему равняется изменение массы? Значит, это будет равно плотность воды умножается на изменение объема dV. Чему равняется объем водного объекта? Ну, для удобства я нарисовала такую цилиндрическую форму. Это означает, что площадь у меня будет постоянная. Значит, тогда я могу записать, что F – это площадь зеркала, которое не меняется с изменением уровня. А тогда объем, значит, изменение этого объема, она будет равна на величину dH, где dH – это изменение уровня воды. Таким образом, наше уравнение баланса воды для озера будет выглядеть таким образом. М2 минус М1 равняется минус ρ умножить на dV, а dV, соответственно, это будет площадь зеркала умножается на H2 минус H1, где H2 и H1 – это уровни воды. Ну и можно этот знак здесь убрать, и получается М2 минус М1 равняется ρ на F H1 минус H2. Значит, это, соответственно, изменение суммы приходных и расходных составляющих равняется произведению плотности на площадь озера и на разность уровня воды в начальный и конечный момент времени. Значит, если получается ситуация, когда М2 больше, чем М1, то есть расход превышает приход, к чему это приводит? Это приводит к тому, что уровень воды будет понижаться. Уровень падает. Если у нас М2 меньше, чем М1, то есть приход больше, чем расход, то, что происходит с уровнем, уровень растет. Ну и вот на, собственно говоря, на этом уравнении основаны методы прогноза изменения уровня воды в водоеме, ну, типа озера или, скажем, водохранилища. Ну, мы считаем, что у нас плотность постоянная, и изменение приходных и расходных составляющих оно приводит к изменению уровня воды. Что теперь мы понимаем под приходными и расходными составляющими в этом случае? Значит, приходные составляющие водного баланса – это те, которые поставляют как бы воду на поверхность водоема или внутри. Соответственно, это атмосферные осадки, которые выпадают на поверхность, это сток рек, впадающих в это озеро, это сток подземных вод, которые тоже впадают в это озеро. И если мы рассматриваем антропогенные факторы, это может быть, скажем, водоотведение каких-то сточных вод в этот водоем. Что понимается под расходными составляющими, влияющими на величину этой массы? Это в первую очередь испарение с поверхности водоема, это сток реки, который вытекает из этого озера, это подземный сток из этого озера. И опять же, если мы рассматриваем антропогенную составляющую, это может быть водозабор, который также приводит к уменьшению массы. Таким образом, чтобы полностью записать это уравнение водного баланса, нам нужно знать совокупность как приходных, так и расходных составляющих, количественно их оценить, измерить, или рассчитать, и в результате мы можем сопоставить все члены между собой и получить искомую неизвестную величину или, например, спрогнозировать это изменение уровня воды. Значит, уравнение баланса вещества, я уже сказала, оно универсально. Оно не зависит от типа вещества, от типа водного объекта. Мы можем его записывать для речного бассейна, для участка реки, для ледника, для озера, для водохранилища. Она не зависит от его размера и так далее. То есть все только эти водные объекты, они будут отличаться по знаку результирующего баланса, то есть по сумме приходных и расходных составляющих, ну и причины появления результирующего этого баланса.
Значит, я уже немножко перечислила вам все эти потоки, приходящие и выходящие. Ну вот здесь еще раз. Значит, выпадение дождя или снега – это приходные составляющие. Таяние снега и льда, соответственно, тоже приходные составляющие, которые дают поступление воды в русловую сеть или в чашу этого озера. А вот испарение воды – это расходные составляющие. И обратная величина конденсации влаги, она обычно вместе суммируется вместе с осадками. То есть конденсация вместе с осадками. Фильтрация и разгрузка подземных вод может иметь как положительный, так и отрицательный знак. Скажем, если наше озеро, подземные воды разгружаются, то мы видим приходную составляющую водного баланса. А если мы говорим о фильтрации из этого озера, то, соответственно, знак ее будет обратный. Ну и вот антропогенные два фактора – водозабор на различные нужды или водоотведение. Под водоотведением понимают сброс сточных вод. Вот такой термин водоотведение, то есть сброс сточных вод. Значит, если говорить о балансе наносов, то есть взвешенных частиц в пределах водных объектов, то также мы должны рассмотреть, соответственно, приходные и расходные составляющие. И вот здесь причина изменения этих потоков вещества может быть как эрозия почв, как русловые процессы, которые приводят к перераспределению донных отложений, размыву русла или, наоборот, процессам аккумуляции. Это может быть береговые процессы заиления водоемов, которые тоже приводят соотношение расходных и приходных составляющих. Ну вот различные геоморфологические процессы, осыпи, обвалы и оползни, которые приводят к поступлению большого количества твердого вещества в водный объект. И это может быть довольно сильно сказываться на определенных участках. Дальше селевые потоки, которые мы с вами будем их тоже обсуждать, которые являются источником большого количества твердого материала. Ну, эоловый перенос вещества по сравнению с вышеперечисленными, он играет, конечно, небольшую роль. Это какие-то доли по сравнению с тем, что написано выше. Но, тем не менее, такой поток перенос может быть. Ну и вот здесь тоже антропогенные факторы. Это процессы, которые приводят к защите, скажем, берегов водотоков или водоемов, защите от размыва, различные мероприятия, скажем, на водосборе, лесонасаждение или, наоборот, распашка, все они приводят к изменению потоков минеральных частиц, которые будут сказываться для нашего водного объекта. И второй, как бы, пример, который я вам покажу, это уравнение теплового баланса для водного объекта. Мы посмотрели уравнение водного баланса, а здесь перед вами уравнение теплового баланса. Значит, здесь картинка и уравнение, оно практически то же самое. Только единственное, здесь у нас в качестве потоков будет служить составляющая теплового баланса. Поэтому я напишу F1, это количество теплоты, которое поступает в водный объект, и F2, количество теплоты, которое уходит из этого водного объекта. И F маленькое, это у нас теплосодержание. Значит, F1 маленькое и F2 маленькое, это теплосодержание. Теплосодержание. То есть количество теплоты, которое характерно для данного водного объекта. А само уравнение, оно абсолютно такое же. F2 большое минус F1 большое равняется минус DF маленькое, изменение теплосодержания. А изменение теплосодержания можно записать через такую формулу. Значит, это произведение, значит, минус DF маленькое, это удельная теплоемкость умножить на плотность, значит, соответственно, умножается на массу. Значит, чтобы получить массу, нам нужно взять плотность, умножить на объем, и умножается
на изменение температуры. Значит, ρ на V – это у нас будет масса, и, скажем, изменение температуры водного объекта, она, соответственно, помогает нам рассчитать изменение теплосодержания, то есть изменение количества воды, которое происходит в этом водном объекте за счет соотношения приходных и расходных составляющих теплового баланса. Ну, обычно такое уравнение теплового баланса, оно составляется, чтобы спрогнозировать, например, изменение температуры. Изменение температуры, скажем, нам нужно знать при прогнозе ледовых явлений, при, скажем, каких-то оценках, которые необходимы для работы тех или иных предприятий, ну и в самых разных других случаях, скажем, для экологических расчетов. То есть это довольно часто встречающиеся расчеты, необходимые для произведения которых необходимы для данного водного объекта. Итак, значит, соотношение приходных и расходных составляющих теплового баланса равняется минус изменение теплосодержания, которое оценивается как удельная теплоемкость, то есть количество тепла, которое необходимо для повышения температуры на 1 градус единицы массы. Значит, мы должны умножить на массу, как произведение плотности на объем, ну и, соответственно, изменение температуры, ΔT большое. Вот. Ну и, соответственно, если у нас содержание теплоты возрастает, это означает, что расход теплоты будет меньше, чем приток теплоты. И при этом температура будет расти, температура водного объекта будет увеличиваться. Ну, соответственно, если приход будет меньше, чем расход, то, соответственно, количество теплоты будет уменьшаться, а это, в свою очередь, приводит к тому, что температура водного объекта будет падать, он будет охлаждаться. Ну вот, соответственно, вы видите, что структура этого уравнения, она будет точно такая же, только под этими составляющими скрыты, ну, совершенно как бы другие значения, которые состоят, скажем, в следующем. Значит, в качестве приходных составляющих теплового баланса наибольшее значение играет радиационный баланс, это поглощение прямого рассеянного излучения Солнца. В качестве приходных составляющих это теплообмен с атмосферой. Надо сказать, что этот теплообмен может иметь положительное значение для водного объекта, то есть происходит увеличение температуры, то есть нагревание этого водного объекта, но, скажем, в осенний период возможна и обратная ситуация, когда этот турбулентный теплообмен с атмосферой может иметь обратный знак. То есть за счет разницы температуры воды и воздуха у нас расход тепла будет в сторону как бы атмосферы, то есть вода будет терять тепло. Другие составляющие теплового баланса – это тепловой обмен с дном. Они также могут иметь и положительный, и отрицательный знак в зависимости от сезона. И вы знаете, что грунты и вода, они тоже по-разному нагреваются, охлаждаются. И в разные моменты времени та или иная среда будет нагревать другую. Следующий приход и расход, он связан с поступлением или затратой теплоты на фазовые переходы. Соответственно, если идет процесс кристаллизации, то есть осенью при образовании ледяного покрова у нас теплота выделяется. Соответственно, весной, наоборот, при таянии льда происходит затрата большого количества теплоты. Ну и то же самое в качестве фазовых переходов – это испарение и конденсация. Значит, испарение – это процесс, который происходит с большой затратой тепла. Вот, поэтому это является одним из таких основных расходных компонент теплового баланса. Еще один источник энергии, который поступает в водный объект, ну, в первую очередь для водотоков, это так называемая диссипация гидравлической энергии. Речь идет о том, что для, скажем, водотоков, обладающих большой скоростью, часть кинетической энергии, присущей вот отдельным струям жидкости, она переходит в тепловую энергию. Значит, благодаря наличию таких турбулентных образований они взаимодействуют друг с другом. Значит, вот эта кинетическая энергия, она переходит в тепловую и является тоже источником поступления тепла.
Ну и последняя строчка – это тоже антропогенные факторы. Это сброс подогретых и охлажденных вод. Ну и для некоторых водных объектов это может быть весьма существенным, скажем, для водоемов-охладителей, которые специально строятся для того, чтобы охлаждать агрегаты, например, теплоэлектростанций. И там идет сброс очень такой воды с очень высокой температуры. И водный объект, он является охладителем, то есть специально строится для того, чтобы охлаждать вот эту подогретую воду. Таким образом, здесь вы видите тоже наличие как приходных, так и расходных составляющих. Наша задача состоит в том, чтобы количественно их описать, ну, с помощью тех или иных зависимостей, эмпирических или теоретических. И это нам помогает найти неизвестные члены или спрогнозировать изменение температуры воды. Следующий закон, который мы рассмотрим, это закон сохранения количества движения или импульса. Так вот, применительно к открытым системам, к которым относятся наши водные объекты, закон сохранения количества движения трансформируется в закон изменения, то есть так же, как уравнение баланса, мы считаем изменение массы, изменение приходящих и расходных и приходных составляющих, здесь оценивается закон изменения количества движения. Значит, он означает, что изменение количества этого движения для открытой системы равно сумме всех внешних сил, действующих на эту систему. Ну, для вас этот закон Вы знакомы с этим по второму, еще раз скажу слово закон, второй закон Ньютона, который означает сумму сил, действующих на тело, равно произведению массы на ускорение. Так вот, здесь как раз речь идет об изменении этого импульса в виде dv по dt. Значит, здесь первая сумма – это силы, способствующие движению, F2 и T. Их может быть несколько, этих сил. И со знаком минус F1 – это силы, препятствующие движению, препятствующие перемещению объема воды массы M со скоростью V. Значит, итак, уравнение движения водного потока, сумма сил, действующих на тело, на водный объект, на водный поток, равняется произведению массы на ускорение. Значит, что здесь понимается под силами, которые способствуют движению? Конечно, в первую очередь основная сила, способствующая движению, это сила тяжести. Ну, берется не просто сила тяжести, а ее продольные составляющие, которые зависят от уклона. И, соответственно, здесь она показана как F', это продольная составляющая силы тяжести. Значит, сила тяжести у нас вниз направлена, а здесь она в зависимости от уклона трансформируется на прямую, показывающую направление движения. Значит, что еще из сил, способствующих движению? Это сила трения ветра, если ветер направлен в сторону движения. Значит, просто трение, которое одно наблюдается, оно, конечно, препятствует движению. То есть сила трения одно – это относится к силам, препятствующим этому движению. А вот сила трения ветра, если ветер направлен в ту же сторону, что и движение водного потока. Значит, сила трения, она может быть иметь и положительный, и отрицательный знак. Ну и в качестве еще способствующей силы – это разность давления на верхнюю и нижнюю грань. Это сила гидростатического давления, которая, ну, по величине не столь велика, как другие силы, но, тем не менее, тоже присутствует в нашем водном объекте, она тоже способствует данному движению. Если мы все силы, которые действуют на водный объект, захотим еще поделить другим способом, в виде объемных и поверхностных сил, то, скажем, к объемным силам – это те силы, которые действуют на весь объем воды, и обычно они прикладываются к его геометрическому центру. Значит, сюда относятся силы, которые здесь обозначены таким зеленоватым цветом. Это сила тяжести, она тоже относится ко всему объему воды, действует. Сила Кориолиса,
это отклоняющая сила вращения Земли. Это центробежная сила, которая возникает на повороте движения. Они относятся к объемным силам. А вот две силы давления и трения – это те силы, которые действуют на вертикальных гранях выделенного объема и подразделяются, в свою очередь, либо на нормальные, которые направлены перпендикулярно граням, и касательные, которые действуют вдоль этих граней. Значит, касательная – это сила трения, а нормальная сила – это сила давления. Ну, я уже сказала, что различает силу трения у дна и силу трения, которая обусловлена действием ветра на водную поверхность, и может она иметь разный знак в зависимости от направления силы ветра. Итак, вот все силы, они самые разнообразные, которые действуют в водных объектах, делятся вот еще на такие две составляющие. Ну вот здесь картинки, показывающие, скажем, движение воды под действием конкретных сил. Значит, если первая левая картинка – это, безусловно, сила тяжести, участки водоемов – это может быть и сила трения ветра, скажем, здесь хорошо проявляется. Артезианские воды – это, безусловно, сила давления участвует, которые помогают тому, что подземные воды могут быть… попадает на водную поверхность, поднимается под действием сил, гидростатических сил. Соответственно, к ним еще мы вернемся, когда будем заниматься выводом и уравнением движения и тех форм, которые нужны, скажем, для описания различных характеристик водного объекта. Значит, мы переходим дальше. И наш вопрос будет связан с классификацией видов движения водных объектов по изменчивости. Поговорим о турбулентном и ламинарном режиме движения воды, и я расскажу, что такое число Рейнольдса. Ну вот последние две части вряд ли вы в школе сталкивались, поэтому я думаю, это будет как бы новая часть. Значит, классификация видов движения водных объектов по изменчивости. Турбулентный и ламинарный режим и число Рейнольдса. Значит, сначала я покажу разные обозначения, которые мы будем использовать. Значит, начнем с величины скорости. Значит, движение потока описывается скоростью. Значит, если мы рассматриваем, скажем, водный объект, вот его поперечное сечение, и берем отдельно взятую точку внутри этого водного объекта, то скорость потока она будет изменяться по всем трем направлениям. Скажем, здесь у нас будет по вертикали, здесь она будет по ширине русла, скажем, это Y, и по направлению течения это будет x. Значит, вот в различных трех направлениях мы рассматриваем мгновенную скорость и будем ее, значит, описывать. Она у вас здесь описана буковкой U, местная скорость, скорость в отдельно взятой точке. Значит, она зависит от трех компонентов x, y, z, и она будет непрерывно меняться по времени t. Значит, вот она определяется тремя направлениями и, соответственно, меняется по времени. Значит, дальше, если мы хотим осреднить скорость по вертикали, мы можем получить такую осредненную величину и можем осреднить скорость по всему поперечному сечению. Ну и рассматривая вот эти классификации по изменению скорости течения, по режиму, мы уже будем говорить о средней скорости течения для поперечного сечения русла. Значит, вот средняя скорость потока, которую мы будем с вами рассматривать, V, она рассчитывается как расход воды, деленный на площадь сечения. Значит, это средняя скорость, взятая для этого поперечного сечения. Значит, мы будем обозначать это буковкой V. Таким образом, рассматривая изменение скорости, мы говорим о мгновенной скорости, о средней скорости по вертикали и о средней скорости для всего сечения.
Значит, V, которые здесь написаны, это некая эффективная характеристика, которая рассчитывается как отношение расхода воды к площади сечения, поперечного сечения. Значит, это средняя скорость потока. И вот перед вами первая наша классификация, которая показывает, какой тип движения характерен в разных ситуациях. Значит, здесь получаем, что если у нас средняя скорость по сечению не меняется по времени, то есть dv по dt равно нулю, так как у нас t – это важнейшая характеристика, которая используется для описания скорости. Так вот, в случае, если по времени эта величина не меняется, то такое движение называется установившимся. Если у нас эта величина меняется по времени, то такое движение называется неустановившееся. Это большая, как бы, разница, которая приводит к описанию различными уравнениями движения. В случае, если у нас величина скорости не меняется по времени, возможны два варианта. Значит, вот еще у нас есть компоненты по направлению. В случае, если изменение скорости по направлению равно нулю, то такое движение, как вы хорошо знаете, называется равномерным. То есть скорость по длине потока не меняется. Такое движение у нас самое простое, равномерное установившееся движение. В случае, если у нас по длине изменение скорости не равно нулю, то такое движение называется неравномерным. Итак, мы имеем три возможных варианта. Неустановившееся движение, равномерное и неравномерное. Значит, в каждом конкретном случае мы имеем свой закон для описания движения водного потока. Ну вот здесь перед вами случай неустановившегося движения потока, ну, любой реки во время половодья. Там в течение, скажем, прохождения половодья или паводков скорости очень сильно меняются от максимальных значений в период прохождения волны половодья, ну и уменьшение этих скоростей при приближении к межинным периодам. Значит, это вот неустановившееся движение. А вот перед вами в период летней межени, скажем, русло реки Москвы. И здесь можно считать, что на протяжении достаточно длительных периодов времени, когда, скажем, в реку не поступают осадки, нет паводков, то такое движение можно считать установившимся. Значит, изменение скорости по времени примерно равно нулю. Теперь по поводу неравномерного движения. Значит, вот здесь перед вами русло реки Терек. Из-за того, что русло меняется значительно свою ширину от больших значений в этом месте или более узкого русла здесь, значит, для того, чтобы пропускать один и тот же расход, нам на узких участках необходимо, чтобы скорость возрастала. Ну, так получается. Расходы одинаковые, скорости увеличиваются на узких участках. Соответственно, на более широких участках скорости будут уменьшаться. Ну, это тоже вам ситуация достаточно хорошо известна. Те, кто, может быть, плавал на байдарке по рекам, вы видели, что на отдельных участках идет резкое возрастание скорости. Ну, вот такое движение считается неравномерным, то есть изменение скорости по длине не равно нулю. Ну, а если, скажем, перед вами русло имеет относительно мало меняющуюся форму, такую канализированную форму, то такое движение можно считать вполне равномерным. Это вот пример одного из русел реки Калаус на юге европейской территории нашей страны. Значит, это случай равномерного движения. Ну, это самый простой случай, поэтому часто пытаются дать какие-то приближения для такого квазиравномерного движения, потому что расчеты сильно облегчаются. Ну, а мы переходим к новой классификации, классификации потоков по режиму. И вот перед вами опыты одного из таких гидравликов, гидродинамиков, которые жили в середине, в конце XIX века. Это опыты Рейнольдса, Осборн Рейнольдс. Перед вами картинка, показывающая суть его эксперимента. Значит, состоял он в следующем. Значит, был некий резервуар, заполненный окрашенной жидкостью,
которое подавалось по трубочке, и скорость истечения этой жидкости определялась вот этим краном. Значит, чем больше этот кран открывался, тем скорость истечения увеличивалась. Соответственно, сосуд, из которого поступала жидкость тоже в эту трубку, он поддерживал, в нем поддерживался постоянный уровень с помощью вот этого крана. Что происходило, значит, в этих опытах? Менялась скорость подачи этой окрашенной жидкости. Если скорость подачи была небольшая, то окрашенные струйки жидкости, они, не перемешиваясь с бесцветной жидкостью, которая была в большом сосуде, вот хорошо были заметны в этой стеклянной трубке. Если скорость увеличилась, кран открывался больше, то вот это окрашенные струйки, они принимали вот такую уже более сложную форму в виде таких небольших извилин. И, наконец, если мы еще увеличим подачу жидкости, скорости будут большие, то очень быстро окрашенные струйки перемешивались с окружающей жидкостью, и она быстро становилась однородно окрашенной. И вот в этом случае этот режим он назвал ламинарным, а в этом случае турбулентным. Ну и, соответственно, этот случай он соответствовал переходному режиму, ну, некой такой промежуточной стадии. Что же все-таки понимается под ламинарным? Значит, видно, что режим движения жидкости совершенно различен. Нужно было каким-то образом описать, количественным образом, в виде каких-то критериев, в каком случае режим становится ламинарным, в каком турбулентным, и вообще, что это означает, соответственно. Я попробую сделать такую таблицу, показывающую разницу в ламинарном и турбулентном режиме. Ну и с помощью слайдов я продемонстрирую различные ситуации. Значит, пусть у нас будет режим ламинарный, а здесь у нас будет режим турбулентный. Значит, даже по самому названию, ламинарный и турбулентный, сразу становится та разница, которая характерна для первого и второго случая. Ламинарный означает слоистый. Слоистый. Значит, те струйки жидкости, которые характерны для этого ламинарного режима, они не перемешиваются между собой. Слово «турбулентный» означает хаотичный, беспорядочный, хаотичный, беспорядочный. Значит, очень быстро окрашенные струйки перемешиваются между собой и образуют такую однородную жидкость. Для того, чтобы определить величину, я потом вернусь к этому слайду, чтобы определить величину какой-то характеристики, которая нам помогла бы отнести наше движение либо к ламинарному, либо к турбулентному, значит, Рейнольдс предложил такую характеристику, которую назвали числом Рейнольдса. Значит, Рейнольдс, значит, это произведение скорости на глубину, и на такой показатель, который называется кинематический коэффициент вязкости. Кинематический коэффициент вязкости. Это показатель внутреннего трения, который возникает при движении одних струек относительно других в водном объекте. Значит, внутренняя такая вязкость – это трение, которое возникает при движении отдельных струек. Значит, она вот характеризуется, эта вязкость, кинематическим коэффициентом. Значит, эта величина безразмерная, и эти критерии хороши тем, что они безразмерные. Безразмерные. То есть мы можем сравнивать различные потоки между собой. Если у нас числитель – это метры в секунду, умножаем на метры, то кинематический коэффициент вязкости, его размерность – метр квадратный на секунду. Значит, величина – это безразмерная. В гидрологии довольно много таких безразмерных величин,
Они помогают при моделировании, гидравлическом моделировании, гидродинамическом моделировании, сравнении водных потоков между собой и вообще стремятся, конечно, получить именно безразмерные величины, позволяющие соотносить масштабы в пространстве во времени. Так вот, в случае турбулентного режима число Рейнольдса оказалось больше 3000, а для ламинарного меньше 300, ну и в этом диапазоне от 300 до 3000 этот режим был признан переходным, промежуточным. Ну, эти величины, как бы они будут меняться немножко, вот эти границы, если мы, скажем, рассматриваем движение по трубам или движение открытых водных потоков. Ну, для наших целей такие грубые прикидки, они вполне достаточны. Значит, коэффициент кинематической вязкости, вот это внутреннее трение, оно определяется в значительной степени температурой. То есть это величина, которая зависит от температуры жидкости. Значит, чем больше температура, ну, вы можете хорошо себе представить, то вязкость будет уменьшаться. Чем ниже температура, вязкость будет увеличиваться. Поэтому, скажем, для ледников мы имеем очень большую вязкость, а для, скажем, водных потоков, для жидкой воды вязкость будет существенно меньше. Поэтому, рассчитав величину числа Рейнольдса, было получено, что, скажем, случай ламинарного движения характерен для ледников. Ледники, значит, говорим о природных водных объектах, и подземные воды в значительной степени, подземные воды. А вот движение в реках, реки, озера, водохранилища, моря, океаны. Ну и бывают случаи для подземных вод, мы имеем случаи турбулентных потоков, и там эти значения числа Рейнольдса, конечно, становятся очень высокими. Значит, вот таким образом наши природные водные объекты делятся по гидродинамическому режиму на ламинарные и турбулентные, и классификация здесь вам показана. При перемешивании одних слоев жидкости относительно других возникают силы трения. Если мы рассматриваем ламинарное движение, то обозначим мы вот эту силу трения через тау, это удельное касательное напряжение, так называемое. Она будет определяться свойствами жидкости, значит, я в виде плотности умножить на кинематический коэффициент вязкости и умножить на градиент, вертикальный градиент скорости. Значит, ДУ по ДЗ – это вертикальный градиент скорости. Вертикальный градиент скорости. Значит, таким образом, то трение, которое возникает в потоке, в ламинарном потоке, оно определяется свойствами жидкости, плотностью и кинематический коэффициент вязкости. Значит, их произведение ρ на ню называют динамический коэффициент вязкости, Ну и перед вами сила трения, она будет определяться μ умножить на ДУ по ДЗ, на градиент скорости вертикально. В случае турбулентного потока, значит, у нас величина этого трения, она будет определяться, ну, похожая формула ДУ по ДЗ, то есть градиент скорости остается, а вот здесь величина А, она будет называться коэффициент турбулентного обмена. И эта величина больше, чем μ в тысячи и сотни тысяч раз. То есть там совершенно другой порядок этого значения. То есть трение, которое возникает в турбулентных потоках при движении одних слоев относительно других, это трение во много-много раз больше в турбулентном потоке, нежели в ламинарном. К чему это приводит? Для ламинарного потока, если мы рассмотрим эпюру скорости, то есть распределение скорости по глубине, V, а здесь глубина потока, то эпюры, говорят, распределение этой скорости, выглядит таким образом.
То есть максимальной скорости на поверхности, а на дне в дну равно нулю. Значит, здесь V максимальный на поверхности, а на дне она будет равна нулю. Как выглядит эпюра скорости для турбулентного потока? Значит, за счет такого значительного перемешивания у нас изменение скорости будет не столь заметно. И эпюра принимает такой вид. Значит, максимальная скорость V поверхности, она будет V максимальная. А вот очень важно то, что на дне скорость не будет равна нулю. Значит, вот разные эпюры, они у вас показаны на этом слайде, показаны для ламинарного движения верхний рисунок и для турбулентного нижний. И вот более такой однородный характер изменения скорости по вертикали, он характерен для турбулентного движения. Ну вот в центре рисуночек это капля жидкости, которая падает с какой-то высоты. Как только еще скорости у нее малы, мы можем считать движение ламинарным, а дальше за счет продолжения падения скорости увеличивается, и движение становится турбулентным, все довольно быстро переходит. Если мы рассматриваем не по глубине потока, а по ширине, то эпюра будет здесь выглядеть так. Значит, вот, скажем, границы, берега, в которых этот поток протекает, значит, границ или у стенок сосуда скорость будет равна нулю, а максимальная скорость, соответственно, будет в центральной части этого потока. Для турбулентного потока, похожая эпюра, то у стенок сосуда или с берегов, соответственно, скорости тоже будут не равны нулю. Значит, у границ V граничная не равна нулю. Максимальная тоже в центральной части потока, а вот у границ скорости не равна нулю за счет значительно более большего перемешивания. Ну вот здесь на верхнем рисунке показаны случаи ламинарного и турбулентного движения. Ну вот здесь то же самое примерно, о чем я говорила в некотором другом изображении. Ламинарный режим слева и турбулентный режим справа. Ну и как, собственно, суть этого движения ламинарного относительно друг друга слои не перемешиваются, а для турбулентного потока формируются вихри, которые приводят к быстрому перемещению одних слоев жидкости с другими. Ну, надо сказать, что в природе большая часть, конечно, движения имеет турбулентный характер. Это и движение воздушных масс в атмосфере, движение водных потоков в реках, морях, океанах. Поэтому все законы, которые соответствуют турбулентному движению, для нас тоже очень важны. Ну, здесь еще раз о числе Рейнольдса, безразмерном параметре, который определяет отнесение к ламинарному и турбулентному режиму. Ну вот здесь перед вами случай турбулентного режима движения воды для, скажем, водных потоков. И для ламинарного движения это подземные воды и движение ледников. Значит, подземные воды имеют ламинарный режим благодаря очень малым скоростям фильтрации в грунтах, а ледники имеют малые скорости за счет очень большой вязкости. И в первом и во втором случае мы можем считать режим ламинарным. Ну и для ламинарного движения сопротивление, которое возникает, сопротивление пропорционально скорости в первой степени, и этот закономерность позволяет нам рассчитывать скорость движения ламинарных потоков соответствующие, а для турбулентных потоков сопротивление, которое возникает, она пропорциональна скорости в квадрате. Значит, это тоже приводит к поиску закономерности для расчета скорости ламинарных и турбулентных потоков. И, наконец, третья типизация водных потоков, которую мы сегодня рассмотрим. Значит, первая, я повторяю, была по изменчивости скорости. Это установившееся, не установившееся движение. Вторая – ламинарные турбулентные потоки по характеру движения. И вот перед вами третья типизация. Она относится к рекам.
это деление потоков на спокойные и бурные. Ну, здесь я также попробую сделать такую таблицу, как бы структурировать все сведения о спокойных и бурных потоках. Может быть, это вам поможет больше, лучше запомнить. Значит, спокойные потоки и бурные. Бурные. Вот это деление было в свое время изучено еще одним гидравликом, гидродинамиком, Уильям Фрут. Ну, мне интересно всегда, когда рассказываешь о каких-то законах или зависимости, критериях, ну, показать фотографии человека, который этим занимался. Это довольно тоже интересно бывает. Вот перед вами Уильям Фрут, поэтому критерий, который использовал для деления потоков на бурные и спокойные, так называемое число Фруда, известное в литературе. Оно было предложено в 1870 году. Ну, в чем состоит смысл этого деления? Рассмотрим водный поток. Я нарисую в таком продольном, что ли, разрезе. Значит, здесь у меня на дне лежит некоторое препятствие в виде, скажем, камня. В случае спокойного потока, который набегает на это препятствие, он его спокойно огибает, и мы практически не замечаем, что происходит. То есть здесь свободная поверхность, которая образуется, она плавно повторяет вот очертания этого препятствия. В случае бурного потока, если мы также рассматриваем вдоль течения, тоже препятствие, находящееся на дне, для бурного потока возмущения, которые возникают здесь, они принимают характер таких всплесков, сбросов. Их называют еще таким научным термином гидравлические прыжки возникающие. Говорится о том, что возмущение, которое возникает на таком препятствии, не успевает проходить вниз по течению. Как бы вот эта волна возмущения, которая возникает, она останавливается, поэтому, говорят, стоячие волны возникают. Соответственно, деление на спокойные бурные потоки, которое было предложено Фрудом, Фруд v квадрат, деленное на g и на h, g – ускорение свободного падения, v – скорость, h – глубина. В случае спокойного потока число Фруда меньше единицы, ну и для бурного потока число Фруда больше единиц. Ну, единица – это некая такая переходная тоже форма. Значит, если вы посмотрите на размерность этого параметра, значит, скорость у нас получается v квадрат, метры квадратные, секунды квадратные, а в знаменателе у нас, соответственно, метр на секунды квадратные уже и глубина метров. То есть по размерности вы видите, что этот параметр тоже безразмерный. И тоже это как бы очень удобно для всякого рода расчета, наличие вот такого безразмерного показателя. Ну, здесь я перед вами показываю, ну, похожие картинки, что я нарисовала. Значит, еще раз, в случае спокойного потока обтекание препятствия происходит относительно незаметно. Свободная поверхность слабо повторяет очертания этого препятствия. А в случае бурного потока здесь формируются вот такие стоячие волны. И возмущение, которое возникает, она не успевает как бы следовать за течением. Если у нас число Фруда выразить как v, деленное на корень из gh в квадрате, да? Значит, я вот таким образом напишу, то в числителе это скорость течения, а в знаменателе корень из gh – это скорость распространения волн. Поэтому если у вас бурный поток, то скорость течения у вас превышает скорость распространения этой волны, возмущения. Поэтому возникают вот такие стоячие волны, гидравлические прыжки, которые характерны для таких бурных потоков. Ну,
природе вы такие потоки, конечно же, наблюдали. Вот перед вами бурное состояние склона у потока или, скажем, горной реки. Значит, здесь видно хорошо те стоячие волны, которые образуются на горной реке. Значит, вот они, их много довольно. В тех местах, где течение встречает некие препятствия на дне в виде, скажем, валунов или каких-то других навалов камней и так далее. Значит, вот перед вами бурный поток. Вот, скажем, типичная горная река, составляющая совокупности такого рода волн, возмущений, сбросов. Это вот типично бурный поток, который свойственен в основном, конечно, горным рекам. Ну, вот здесь перед вами спокойное состояние реки. Они характерны для равнинных рек. Ну и бывают случаи, когда, скажем, во время половодья река может принимать бурный характер, а во время межени спокойный. Такие случаи тоже бывают.